Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Перчатки у меня теперь только в одной руке. Выпускаю кур. Они несколько дней сидели в заперти. Гулять. Сейчас все выйдут, а пока петушков посмотрим. Что-то там только один гуляет. Один гуляет, а другой стоит на шухере. По трое поют. Это, наверное, да, попрыгун. Прыгун. До-до. Так, а остальная компания что делает? Летучка. Ну-ка, парни, давайте. Пошли. Туда. Давайте. Куда? Куда? Туда. Коралл. Так. Все повыходили. Не любят они по снегу, не любят. Солнце у них зашло за горизонт крыши, так что они теперь не сильно хотят. В общем, подрастают, но не все. Вот тот петушок темно-рыжий, вот пошел по этим. По антрациту. Вот он мелкий остается. Вот тот мелкий с желтыми лапами. И вот этот мелковат. Есть они не хотят. В общих, с общей посуды. Их гоняют, так что они мелковаты. Потом надо быть юркими, они не очень. Ну, ладно, пусть гуляют. Пусть гуляют. Пойдем дальше. Значит, у нас был... Снег выпал за три раза или за сколько? О, все вышли почти. Очень хорошо. Нам повезло, что деревья не падали. Первый день, это, по-моему, 5 или 6 числа. Сегодня у нас 8 февраля. По-моему, 5 начался дождь. То ли вечером, то ли когда там, в общем, то ли днем. Шел дождь. Целый день, целую ночь, потом на следующий день. Все, спел песню и можно теперь. А это он так горло грел. Певец, певец, да. В других районах и областях деревья повалило там. А у нас в 2018 году повалило. Так, не все вышли. Значит, на субботу у меня был намечен по плану сбор первых яиц для закладки в инкубатор. Но придется, наверное, повременить, так как температура невысокая. Сейчас гляну, сколько тут у нас температура. 0 градусов. Не жарко. Не жарко. Я бы хотел, чтобы было хотя бы около 5 градусов. Так, несутся вроде нормально. Ну, сегодня будет открыто. Пусть позагорают, на солнышке повыходят.
Пошли, пошли, пошли. Я им с утра их не открывал, чтобы, ну, они далеко не ходили по солнцу. Да и ветрено сейчас у нас. Да, красиво. Ну все, будем заканчивать. Арсений Селезнев, зверобой. Вот такие вот у нас новости 8 февраля. Куриная. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока. Будем ждать более теплого времени для сбора яиц. Я тебе в лодку даже заглядываю.